Всем привет, дорогие друзья! Неоднократно слышал от разных моих знакомых о том, что если удалить помехоподавительный резистор с бегунка автомобиля, это классики, там где электромеханическое зажигание стоит, то автомобиль лучше начинает ехать. У него пропадают перебои работы двигателя, более мягче двигатель начинает работать. Соответственно, все вытекающее, то есть да, действительно это помогает. Это действительно помогает на короткое время. У вас сразу будет эффект такой, что машину как будто подменили. Искра более такая толстая, как говорится, более жирная. И, естественно, она лучше воспламеняет. Но почему этого делать нельзя? Почему я не рекомендую такие вещи делать? Резистор, он снижает вашу силу тока. Искра – это высокое напряжение. Высокое напряжение с минимальной силой тока. Если мы убираем этот резистор, соответственно, мы увеличиваем силу тока. Вспомните, как работают сварочные аппараты. Низкое напряжение, но большая сила тока. За счет этого получается дуга. Когда мы убираем этот резистор или мы меняем провода с определенным сопротивлением на провода нулевого сопротивления, соответственно, то же самое мы и делаем. Уменьшая сопротивление в силовых проводах зажигания, мы таким образом, получается, увеличиваем силу тока и нашу искру приближаем больше к дуге. Что это влечет за собой? Обязательно после этого произойдет следующее. У вас начнут выгорать электроды на свечах гораздо быстрее, у вас начнут выгорать на трамблере контакты распределителя, у вас на бегунке начнет выгорать это все. Я считаю, что это вообще не нужно делать. Если у вас работает автомобиль, не мешайте ему работать. Тем более заводом и изготовителем это все предусмотрено. Ставьте качественные детали, у вас все будет хорошо. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!